Я буду сегодня говорить о таком, ну, на первый взгляд, неважном факторе, как нейтропения и профилактики нейтропении в лечении наших пациентов. И отдельно хочу остановиться на терминах, да? Что такое сопроводительная терапия, что такое поддерживающая терапия. Сопроводительная терапия в соответствии с современными представлениями направлена на уменьшение негативных последствий основного лечения. Ну, как правило, это химиотерапия, иногда таргетная терапия или на коррекцию его действия. Поддерживающая терапия является системой мероприятий, направленных на профилактику и лечение нежелательных явлений, возникающих на фоне самого злокачественного процесса и уже как наслоение проводимого противоопухолевого лечения. Какие же виды и частота токсичности встречаются среди наших пациентов? Ну, во-первых, это гастроинтестинальная токсичность, во-вторых, гематологическая токсичность, которая является наиболее часто встречаемыми проявлениями нежелательных явлений. Ну и дальше по убывающей это гепатонефрокардиоваскулярная токсичность, поражение нервно-мышечной и респираторных систем. Сама по себе миелотоксичность является отражением повреждения костного мозга, которое сопровождается уже проявлением в периферической крови, это снижение содержания лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов. Но наиболее опасным проявлением в плане развития, скорости развития нежелательных явлений и клинических проявлений является, конечно же, нейтропения. Если говорить отдельно о пациентах с опухолями головы и шеи, злокачественными опухолями головы и шеи, ну, в частности, например, о полости рта, то мы знаем, что первично наши пациенты в плане проведения химиотерапии, как наиболее токсического вида лечения, в плане развития нейтропении, делятся на две такие группы больных. Пациенты, которым проводится адъювантная терапия, и которым проводится химиотерапия в плане первичного лечения. Если говорить о пациентах, которые получают адъювантную терапию, как правило, это послеоперационная лучевая терапия при наличии неблагоприятных каких-то прогностических факторов патоморфологических в основном, то часто в таком случае к лучевой терапии в послеоперационном периоде добавляется химиотерапия. И это произошло после того, как мы получили результаты ряда исследований в середине 2000-х годов, которые говорили о том, что добавление цисплатина к адъювантной лучевой терапии после операции приводит к резкому улучшению прогноза и контроля над заболеванием у пациентов при наличии неблагоприятных прогностических признаков. Если говорить о первичных пациентах, то мы понимаем, что есть два рукава проведения химиотерапии у наших пациентов. Это индукционная химиотерапия при опухолях в основном четвертой стадии или Т3, Т4, и конкурентная химиолучевая терапия, которая в основном используется у пациентов со второй, третьей стадии опухолевого процесса. И, как правило, и в том, и в другом случае используются такие достаточно токсичные режимы лечения. Но если мы говорим о индукционном лечении или, например, проведении химиотерапии пациентов в первой, второй линии при прогрессировании плоскоклеточного рака после уже основного лечения, то в основном это таксан и цисплатин, содержащие схемы химиотерапии, которые сами по себе обладают очень высокой гематологической токсичностью, и мы видим, что частота нейтропении может достигать 50, 25-50% в этих случаях. Частота фибрильной нейтропении может достигать 10%, уже такое критическое проявление, да, нейтропении. И само по себе это осложнение, нейтропения, в тяжелых случаях, в третьей-четвертой степени, может приводить к очень большому количеству смертей. Да, мы видим, что смертность может достигать 50% при фибрильной нейтропении. И это очень большой значимый фактор, который влияет на жизнь, да, на излечимость наших пациентов. Таким образом, фибрильная нейтропения – это, безусловно, тяжелое осложнение химиотерапии. Она увеличивает риск смерти, снижает выживаемость, увеличивает частоту инфекционных осложнений и увеличивает, безусловно, стоимость этого лечения, потому что мы вынуждены уже корректировать грозное осложнение, которое наступает в момент проведения основного лечения. На сегодня общим алгоритмом в плане профилактики фибрильной нейтропении является оценка риска фибрильной нейтропении до начала терапии. Но в частности, выделяются три группы пациентов: пациенты с низким риском,
да, у которых частота риск развития нейтропении не превышает 10%, в этом случае не рекомендованы какие-то профилактические мероприятия, ну, в частности, назначение колонистимулирующих факторов, и проводится мониторинг своеобразный с повторной оценкой риска фибринной нейтропении на каждом повторном курсе химиотерапии. Есть пациенты с промежуточным риском, это от 10 до 20%. В этой группе необходимо четко мониторировать сопутствующие какие-то состояния у пациентов, ну, в частности, возраст старше 65 лет, тяжелая сопутствующая патология, высокий ЭКОГ и так далее, все факторы, которые могут приводить к ухудшению этого показания или увеличению этого риска в ходе лечения. И тогда эти пациенты попадают в группу высокого риска, с риском развития фибринной нейтропении более 20%, когда необходимо и обязательно проводить первичную профилактику колонистимулирующими факторами. Если говорить об общей популяции пациентов, у которых развивается вообще нейтропения среди популяции онкологических пациентов в нашей стране, а мы знаем, что ежегодно эта популяция прибавляется примерно на 550 тысяч пациентов, то примерно 15% пациентов из этой группы попадают в группу риска фибриллярной нейтропении, то есть выраженной степени нейтропении. Это примерно 45 тысяч пациентов в нашей стране. Есть ряд нозологий, при которых проводятся цитотоксические режимы химиотерапии, при которых увеличивается риск развития нейтропении. Ну, сюда же, в эту группу этих заболеваний, входит и рак головы шеи. Мы понимаем, что успешность лечения наших пациентов зависит от ряда факторов, среди которых и очень важными являются эти два фактора. Это оптимальная доза химиопрепарата или лекарственного препарата и полноценный режим проведения этого лечения. Все это выливается в оптимальные онкологические результаты, выживаемость, общую безрецидивную выживаемость. И мы понимаем, что мы должны четко следовать определенным протоколам лечения. Снижение интенсивности дозы за счет как редукции суммарной цикловой дозы цитотоксического агента, так и удлинения интервала между курсами существенно влияет на результаты терапии. Об этом очень часто говорит, в частности, Артем Рубенович в своих сообщениях. Наибольшее значение это имеет для пациентов с опухолями, которые обладают высокой чувствительностью к лекарственному лечению. И в то же время эти пациенты, у которых имеется хороший прогноз в случае проведения полноценного запланированного режима лечения. В таких случаях и при повышении риска развития нейтропении у таких пациентов, безусловно, первичной профилактикой является проведение терапии, сопутствующей терапии колонистимулирующими факторами. Насколько это важно для пациентов с опухолями, злокачественными опухолями головы и шеи? Одно из исследований, опубликованное в журнале клинической онкологии в 2014 году, анализировала эффективность конкурентной химиолучевой терапии в зависимости от количества курсов химиотерапии в этом конкурентном режиме у пациентов как раз-таки с третьей и четвертой стадии постклеточного рака головы и шеи. И посмотрите, все пациенты в этом исследовании, которые получали менее 2 курсов химиотерапии, у всех этих пациентов происходило значительное и значимое ухудшение общей выживаемости. То есть мы не можем выходить за рамки рекомендованных режимов лечение, в том числе это справедливо для плоскоклеточного рака головы и шеи. В 2020 году был инициирован опрос среди группы онкологов, Российским обществом клинических онкологов, были получены интересные данные. Порядка 41% респондентов в этой группе высказались о том, что они не проводят вообще оценку риска развития нейтропении для большинства своих пациентов. То есть это химиотерапевты, которые говорят, что мы не оцениваем риск развития нейтропении в своей практике ежедневной, да, у таких пациентов. 42% респондентов часто сталкиваются в то же самое время с дозолимитирующей нейтропении, то есть достаточно часто это явление. И еще 41% респондентов предпочитают модифицировать режим химиотерапии для профилактики нейтропении, а не идти альтернативным путем в плане профилактики с помощью колонистимулирующих факторов. То есть мы видим, что существуют определенные стереотипные какие-то вещи в принятии решений среди онкологов и химиотерапевтов в том числе. Давайте я попробую немножко развеять вот эти стереотипы. Что касается
с точки зрения, исторической точки зрения, что колонистимулирующий фактор снижает длительность фибрильной нейтропении, но не влияет на риск ее возникновения. На сегодня доказано четко, что гранулоцитарные колонистимулирующие факторы действительно приводят и доказали свою эффективность в качестве меры профилактики развития фибрильной нейтропении и соблюдения, сохранения проведения режима дозоинтенсивности, сохранения режима в дозоинтенсивном лечении. Это справедливо для многого вида, для разного вида нозологии, для подсоклеточного рака головы и шеи, ну, вот в частности, рак молочной железы. Мы видим исследование большое на большой группе пациентов, и в котором было показано, что уменьшение дозы препаратов более чем на 15% в группе пациентов, получающих химиотерапию, приводит в этой группе, например, к падению общей выживаемости на 16 месяцев. Такой недооцениваемый фактор, да, казалось бы. Ну что там, редуцируем дозу препарата, и пациент хорошо перенесет лечение. А выливается это все в очень ощутимое снижение показателей онкологических. То же самое справедливо для рака яичников. Мы видим, как резко снижается общая выживаемость на 25% в случае снижения дозы препарата более чем на 15%. То же самое для колоректального рака. И это же самое, эти же самые данные можно экстраполировать и на группу наших пациентов с сухоклеточным раком головы и шеи. Колонистимулирующие факторы увеличивают общую выживаемость и снижают смертность, и это доказано в ряде исследований, в том числе в том метаанализе, который представлен на этом слайде, в который включено 61 исследование, 10 тысяч пациентов с медианой наблюдения 2 года, которые очень убедительно на вот этих диаграммах Forest Plot говорят об этом. Похожие исследования, 17 рандомизированных клинических исследований анализировалось в еще в одном метаанализе с участием 3500 пациентов. В основном это различные солидные опухоли и лимфопролиферативные заболевания, в которых четко было показано, что применение колонистимулирующих факторов снижает риски развития ранней смерти и смерти от инфекционных осложнений, ну, почти в 2 раза. Почему профилактика колонистимулирующим фактором требуется на протяжении всех циклов миелосупрессивной терапии? И вообще нужно ли это делать на протяжении всего запланированного плана лечения? На эту тему было проведено ряд исследований. В частности, одно из исследований, я привожу здесь рак молочной железы, пациентки, которые получали лекарственное лечение. 2 рукава исследования. Экспериментальный рукав – это пациенты, которые получают профилактику только в течение первых 2 циклов химиотерапии, и 2-й рукав – пациенты, которые получают профилактику колонистимулирующими факторами на протяжении всего запланированного курса. И мы видим, что в этом исследовании были получены очень серьезные различия в этих 2 группах. Лучшие результаты были получены как раз-таки в группе пациентов, которые продолжали прием колонистимулирующих факторов на протяжении всего лечения. Мы видим, что частота фибрильной нейтропении снижалась в 3 раза по сравнению с контрольной группой. И это исследование было прекращено в связи с тем, что с высокой опасностью развития вот этих осложнений в группе, контрольной группе. Короткий курс введения филграстима, укорочение курса введения филграстима ассоциируется с более высоким риском осложнений. То есть если мы проводим такую профилактику на фоне или сопроводительную терапию на фоне всех циклов введения, то это достоверно, однозначно приводит к снижению частоты инфекционных осложнений и к колоссальному снижению риска смерти. Посмотрите, что при длительном введении, в одном из исследований, которое вот демонстрируется на этом слайде, при длительном введении филграстима более чем 7 дней не было зарегистрировано ни одного летального исхода. И это действительно очень значимый фактор. Нужно ли продолжать профилактику колонистимулирующими факторами, если первые курсы химиотерапии прошли без фибрильной нейтропении? На этот счет четко есть на сегодня понятие, понимание, что да, это нужно делать, потому что сохранение профилактики колонистимулирующими факторами на протяжении всех циклов снижает частоту фибрильной нейтропении практически в 3 раза. Еще один метаанализ, 73 рандомизированных клинических исследования, более чем 15 тысяч пациентов, изучалась и сравнивалась эффективность различных
колонии стимулирующих факторов, и оказалось, что пегилированные или пролонгированные формы филграстима лучше, чем короткие формы филграстима в плане снижения риска фибрильной нейтропении. И такой препарат, например, как МПЭК филграстим, входит в тройку лучших по профилактике тяжелой нейтропении. И эти данные, данные этого метаанализа, они полностью совпадают с данными регистрационного исследования для этого препарата, в котором было продемонстрировано, что препарат Экстимия на 44% снижает частоту развития тяжелой нейтропении по сравнению с коротким колонистимулирующим фактором, и также снижает риск развития нейтропении на 33%. В то же время как короткие, так и пролонгированные формы колонистимулирующих факторов, они сопоставимы абсолютно по профилю безопасности. Такой небольшой итог тому, что я сказал. Итак, все-таки пролонгированные формы или короткие формы колонистимулирующих факторов. Ну, во-первых, все результаты всех исследований, которые были продемонстрированы, говорят о том, что применение вообще само по себе колонии стимулирующих факторов приводит к колоссальному снижению развития тяжелой нейтропении, к серьезному сокращению продолжительности нейтропении любой степени тяжести. Более чем на 33% сокращается риск развития нейтропении, начиная со второго курса химиотерапии. Восстанавливается абсолютное число нейтрофилов. И при применении препаратов, пролонгированных препаратов колонистимулирующих факторов, показатели эти все значительно улучшаются в сравнении с препаратами короткого действия. И в подтверждение этому я приведу еще несколько исследований. Это одно из исследований, которое оценивало риск развития фибрильной нейтропении и опосредованных госпитализаций при применении коротких и пролонгированных форм колонии стимулирующих факторов. Все эти forest plot диаграммы говорят в пользу применения пролонгированных форм. Мы видим, что снижается частота развития фибрильной нейтропении на 13%, а частота опосредованных госпитализаций, связанных с фибрильной нейтропенией, на более чем на треть сокращается у таких пациентов. Тоже справедливо и для сохранения запланированного плана лечения. Мы видим, что пролонгированные формы колонии стимулирующих факторов позволяют снизить вероятность снижения дозы препарата по причине развития нейтропении на треть, и вероятность отсрочки курса по причине развития, опять-таки, нейтропении еще также на треть. То есть здесь все объективно и достоверно. Еще о чем я хотел сказать, это существующие различные подходы в сопроводительной терапии или профилактике нейтропении. Да? Ну, например, можно ли сравнивать различные варианты? В первую очередь, это антибиотика-профилактика в случае развития нейтропении. Это терапия короткими колонистимулирующими факторами, это терапия пролонгированными формами и комбинация пролонгированных форм с антибиотиками. То есть наиболее такие четыре распространенные варианта, которые можно себе представить. И оказалось, что частота фибрильной нейтропении на фоне применения пролонгированных форм колонистимулирующих факторов в три раза ниже, если сравнивать с группой антибиотика-профилактики, 2,5 раза ниже, если сравнивать с группой коротких колонистимулирующих факторов, и сопоставимо для комбинации пролонгированных форм с антибиотиком. Частота нейтропении четвертой степени на фоне применения пролонгированных форм в 1,6 раза ниже антибиотиков самостоятельных, в 1,6 раза ниже коротких препаратов и сопоставимо с комбинацией пролонгированных форм с антибиотиками. Таким образом, для профилактики фибрильной нейтропении наиболее эффективным является применение колонии стимулирующих факторов. Если сравнивать короткие с пролонгированными, однозначно пролонгированными. И если сравнивать сами по себе колонии стимулирующих факторов в комбинации с антибиотиками или же просто колонии пролонгированной формы, то эти подходы равноэффективными. Таким образом, наиболее эффективным вариантом профилактики фибрильной нейтропении, исходя из современных клинических исследований, является использование пегилированных или пролонгированных форм терапии. Что делать, если после инфекции, инъекции МПЭК филграстима через 72 часа
Нет подъема нейтрофилов. И что в таких случаях делать? Можно ли добавить короткие колонии стимулирующих факторов? Считается, что нет. Это не показатель. И в современных клинических рекомендациях указывается, что после применения пролонгированных форм не нужно добавлять короткие формы. И нужно мониторить таких пациентов в течение 80 часов во избежание передозировки этого препарата. Почему? Потому что отсутствие эффекта может быть связано с низким ресурсом самого костного мозга. И в таком случае повторные инъекции эффекта не дадут. Само по себе выведение этого препарата, пролонгированной формы препарата, Экстимия, регулируется по механизму обратной связи, что позволяет вводить препарат однократно и снижает риск гиперстимуляции миелопоэза, потому что он регулируется по рецептору опосредованному протеолизу, то есть по механизму обратной связи, и как только происходит восстановление эмпегфилграстим циркулирует в крови и стимулирует миелопоэз до тех пор, пока не произойдет восстановление абсолютного числа нейтрофилов в крови, и они не разрушат этот препарат. Таким образом, эта форма препарата обладает более сбалансированным контролем нейтрофилов по сравнению с короткими формами колоний стимулирующих факторов. Ну и в заключение я хочу привести несколько слайдов рекомендательного характера. В случае, если мы сталкиваемся с солидными опухолями, а это наши как раз пациенты, у которых есть высокий риск развития фибрильной нейтропении, больше чем 20%, безусловно, таким пациентам нужно проводить первичную профилактику. И в случае даже промежуточного риска от 10 до 20% и наличия сопутствующих каких-то факторов, которые ухудшают эту ситуацию, такие пациенты все равно попадают в группу первичной профилактики. Вторичная профилактика проводится, как правило, при развитии фибрильной нейтропении после двух последовательных эпизодов или удлинения интервала между курсами по этой причине, либо при развитии фибрильной нейтропении на предшествующем курсе химиотерапии. В современных клинических рекомендациях наши пациенты, которые получают, например, такую схему лечения, как ТПФ или DCF, с включением таксанов, цисплатина, входят в группу обязательной профилактики, первичной профилактики, так как риск развития фибрильной нейтропении превышает 20% для этой схемы химиотерапии. Подобная тактика, она включена в отечественные клинические рекомендации и предпочтительно у таких пациентов в случае развития риска нейтропении третьей-четвертой степени предпочтительно использование пегилированных форм колонистимулирующих факторов. В частности, в практических рекомендациях РУСКА эмпегфилграстим рекомендован как предпочтительный препарат. Такая терапия колонистимулирующим фактором, она все-таки приводит к ощутимым результатам. Она приводит не только к профилактике фибрильной нейтропении, но и к экономии, к колоссальному экономию ресурсов и средств, к пассивному улучшению результатов, в первую очередь онкологических результатов, снижению смертности от нейтропении, связанной инфекцией, и к сохранению комплаентности проводимых режимов, химиотерапевтических режимов лечения, которые занимают очень серьезное место в лечении наших пациентов. Ну и в настоящее время, учитывая то, что мы живем в эпоху ковид-пневмонии, ковид-эпидемии, мы имеем все-таки более расширенные показания для применения колонистимулирующих факторов, и они рекомендованы для большинства пациентов с риском развития фибрильной нейтропении больше 10%, и в этой же группе пациентов рекомендовано использование пролонгированных форм филграстима. Спасибо за внимание.